Всем привет! Сегодня мы построим механическую руку. Перед тем, как начать туториал, посмотрите на ее возможности. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, и поставьте лайк прямо сейчас, если видео вам нравится. Напишите в комментариях, как можно использовать эту руку в BuildABot. Поделитесь вашими идеями в комментариях. Какие бы вы хотели видеть постройки на моем канале? Мне это очень интересно, я постараюсь ответить на все ваши комментарии. Время туториала. Сначала ставим два забора, а на них начинаем строить руку. Строить мы будем без рулетки. Мовы ставим на 0.5, угол наклона на 15 градусов. Поворачиваем сервопривод на 15 градусов. Включаем освобождающее вращение и продолжаем строить. Здесь сервоприводы нужно повернуть еще на 15 градусов. Начнем строить кабинку. Одно кресло ставим снаружи, второе ставим внутри. Это нужно, чтобы все привязалось к первому. Потом его удаляем. И все, у нас полностью ничему не привязанное кресло. Закроем все это стеклом, но это не обязательно.
два мотора. Их можно купить в магазине. У всех этих механизмов включаем прозрачность на 100%. Выделяем вот эти двойные палки, и у них нужно отключить коллизию. У стереоприводов включающий момент ставим на зеленый, угол наклона на 90 градусов. У этих стереоприводов тоже включаем включающийся момент на зеленый, а угол наклона на 90 градусов. Начинаем привязку. Первый палец привязан на клавиши Z, вторая клавиша P. Второй палец нужно привязать на клавишу X, а потом поставим P. И также меняем клавиши к другим. Третий палец C, P. Четвертый палец V, P. Пятый палец V, P. Сохраняем, на отвертке нажимаем Collect All и отключаем анчоры. И теперь удаляем два забора. И все, наша рука готова. Но не забудьте заново загрузить, а то все развалится. На этом видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Ух Геймс. Всем пока!